Еще год назад популярными в летнее время были велосипеды, а теперь пальму первенства почти перехватили электросамокаты. Удобное транспортное средство, которое может разогнаться до внушительных 20 км/ч без необходимых на то усилий, к тому же простое в транспортировке, не могло не полюбиться как молодому поколению, так и людям постарше. Для тех, у кого такой роскоши нет, предлагают взять электросамокат в прокат. Но вот важный вопрос, нужна ли для этого необходима отметка в водительских правах? В госавтоинспекции ответили на этот вопрос просто. Сейчас отнести электросамокат к какому-либо транспортному средству нельзя. В правилах дорожного движения указаны характеристики мопеда, за руль которого садиться без прав нельзя. Мопед – это транспортное средство мощностью выше 250 Вт. Электросамокаты для проката имеют мощность от 250 до 300 и развивают скорость до 30 км/ч. При аренде такого железного коня права не нужны. Наоборот, их можно отдать как залог, но зато с каждым человеком проводится инструктаж. Сообщаем им, если ездите по тротуару, то скоростной режим там хотя бы не более 10 км/ч, чтобы пешеходов не зацепить. Но по дорогам мы, конечно, не советуем. По дорогам лучше ездить тем, у кого права есть, конечно. За последние несколько лет в Рязани произошло сразу несколько ДТП с участием электросамоката. В октябре 2019 года студент из Туниса сбил на электросамокате женщину-пешехода. В результате происшествия пострадавшая получила многочисленные травмы. 21 августа 2020 года на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила электросамокат с двумя подростками. Они переезжали через дорогу. В результате аварии 12-летним подросткам потребовалась помощь медиков. Местные жители поделились своими мыслями, нужен ли экзамен на право управления электросамокатами. Считаю однозначно. То же самое, что скутер. Движение общественного транспорта, движение автомобилей. Незнание правил дорожного движения, соответственно, это ДТП и так далее. С этими вытекающими однозначно, да. Пускай они катаются, но правила соблюдают. Я хотела бы, чтобы были дорожки. Специальные дорожки и без велосипедистов, чтобы одни самокаты. Несмотря на свою популярность, электросамокат в Рязани остается скорее роскошью, нежели обычным средством передвижения. А пока нужны ли какие дополнительные меры предосторожности для людей, вставших за руль этого транспортного средства, решают только сами водители или их родители. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».